когда вот такая большая и довольная морда на вас смотрит с экрана, это значит, что есть определенные события, о котором хотелось бы вам конкретно сказать. Так вот, язва я последняя, конечно, и много чего знаю. И до недавнего времени бы сказал, что Магнитогорск город неплохой, ассортимент слабоватый. Потому что в других городах вот дисков и колес, во! Но в чем заключается смысл этой самой довольной морды? Вы только приедете на советскую 160А Вианор, вы сразу все поймете. Теперь можно даже не мечтать ехать в Москву, Екатеринбург или Самару. Все есть на месте. И в некоторых случаях, ну вон нафиг эту журналистскую этику. Не говори типа «самый и лучший». Тем более, что журналистов с журналистским образованием в Магнитогорске-то и нет. Качественным телевидением рулят педагоги и инженеры теплоэнергетики, теплофизики и прокатчики. Поэтому, как человек далекий от журналистики, скажу, в Вианоре действительно самый огромный выбор дисков и последние новинки автомобильной резины. Ну вот примерно так, и не иначе. Сиять не мне сегодня, а сиять ассортименту дисков в шинном центре Вианор. И слегка задумчивое выражение лица вполне очевидно и объяснимо. Потому что задуматься о том, что себе поставить на автомобиль, это надо. Не то дело, что еще и денег это много занимает. К примеру, диск, ну вот на эти 14-е модели, так распространенные тазиков, это 2,5-2,450. И даже если это сверхмодный диск, это не больше 3,5-4 тысяч рублей. Это деньги, что ли? Диск служит не год, не два, не три. Ну, если вы, конечно, не любитель там в бордюру въезжать. То есть по цене одного айфона можно себе полностью машину и обуть, и одеть в хорошие диски. И для тех, кто не хочет, мудрствуя лукаво, провести день и не один с выбором дисков здесь. Помойте свой автомобиль и обязательно качественно. Отойдите на 10 метров. Сочините образ и только после этого и сразу в Вианор. Диски найдете себе 100%. Автомобильную резину уже себе. Читатель журнала «За рулем» и прочие аналогичные автостопу проплаченные газетки, любитель свежих тестов здесь найдет. Но и прокроил центр Вианор не забывает. Колеса на 16 стоят от 6 тысяч рублей. Дешевле не получится, потому что размер большой. И резина надо, ну, практически на 70% больше, чем на колеса на 13. Шины центр Вианор, что на советской 160А, предлагает вам, ну, чуть-чуть сэкономить. И то колесо, которое стоит обычно 6,5-7 тысяч рублей, вам предлагается по цене 2500. Нет, это не супер скидка. Это распродажа. По одному, по два колеса. Реально положить в запаску отличную резину. Или подобрать себе взамен той, которая бабахала. А вот у меня лично, даже будучи сытым, аппетит разыгрался, глядя на вот это дисковое изобилие. Сколько дисков вы сюда привезли? Порядка 5000 дисков зашло буквально 2 недели назад. Весь огромный ассортимент мы рады вам предложить. Абсолютно на любой автомобиль, от АКИ до внедорожника. То есть то, что я начал, допустим, 5 лет назад, покрасив диски своего Skyline в красный, сейчас уже можно не делать, можно купить красные диски. Все верно, можно купить не только красные диски, но еще и синие, и черные, и хромированные, и белые, и так далее. И матовые в том числе. И матовые в том числе. Если у меня какой-нибудь вот исключительный автомобиль, или автомобиль не исключительный, но хочу его сделать, это можно сделать? Без проблем. В нашем шинном центре мы не только вам предлагаем товары из наличия, но если вы хотите отличиться какой-то эксклюзивностью, мы можем привезти это вам индивидуально под заказ. Сроки исполнения минимальные. Есть такое сладкое словосочетание. Как насчет кредита? Без проблем. От вас только 10 минут свободного времени и 2 документа. Оформляемся здесь на месте. Сразу же никуда не нужно ездить. Выбрали товар. Мы вас проводили в кредитный отдел, полчаса свободного времени и все. И теперь только понимаешь, что значит много, реально много. Центр Вианор капитально подготовился к сезону и составит весомую конкуренцию. Вот только кому? Нет, конечно, и рынки, и продавцы поменьше существовали и будут существовать.
Но для любителей последней автомоды Вианор постоянно устраивает праздники жизни. Утверждение, что на вкус и цвет товарищей нет, вполне применимо к Вианору. Дело в том, что Вианор не заводит резину с индексом J. Ее здесь вы не найдете. На таких колесах свыше 100 км в час разгоняться не получится. Зато есть резина с индексом T и выше. Ну, для тех, кто ездит иногда быстро, иногда 210 км в час. Естественно, где разогнаться по России, я не знаю, но все равно приятно, когда резина у вас не износится за один сезон. Но есть те вещи, которые кушают и вегетарианцы в том числе. То есть для всех автомобилей это, естественно, масла. И есть то, что обычно привлекает клиентов. Это слово «бесплатно». Так вот, здесь, в шинном центре Вианор, что на Советской 160, замена масла бесплатно.